таверну заглянем. Нет, не в таверну, а в вагончик хотел заглянуть вот в этот вот. У нас есть, во-первых, два собачника. Собачники хорошие ребята вообще. Они мне нравятся. Собачника я, скорее всего, возьму. И человек с руками. На самом деле, не с руками, но с руками. Неважно. Дай, посмотри на иконку сайта, с которого я пишу, говорит Энигмус. Я оккультист-некромант, лол. Да, я думаю, надо снять свой стрим с СК2 ТВ будет в ближайшее время. Точнее говоря, СПК2 ТВ. Как бы это ни было грустно, но пора ехать. Можно персонажа занять? А, сейчас посмотрим, посмотрим. Мне Грейвробер еще нравится. Да я вообще тут всех найму, у меня 3 места есть. Есть ли возможность у нас увеличить еще? Нет, у нас максимальный размер ростера. Только нам бы, то есть количество доступных героев можно поднять, и все, больше ничего. Санитариум. Санитариум — это наше самое главное место, где мы будем... Quirk-тритмент сейчас, наверное, поднимать. Что еще можем на бюсты сделать? Быстренько глянем. На бюсты можно здесь, конечно, апгрейднуться. У нас в целом бюстов много. Здесь на бюсты ничего нету. А здесь? Здесь тоже ничего нету. Здесь нам грамоты нужны. Здесь, по-моему, бюст нужны. Да, вот на этот апгрейд. Окей. Во-первых, господин Феникс должен от сифилиса вылечиться. Должен Энигмус вылечиться от вот этого стресса. Вроде все, да? Да. Но у Энигмуса есть другие задачи. Guilty Consequences. Вот это вот в первую очередь надо лечить. Хотя, говорит, мне все равно, какой герой будет его. А, ну, ему все равно, то есть... Замечательно. Это очень удобно, знаешь ли. Феникса лечим от сифилиса. Мурзилку от некромания. И я забыл сделать апгрейд. Лол. Да если ты что творишь вообще, а? Ну ты даешь. Ах, молодец, молодец. Просто экономист умеет вовремя сэкономить. И теперь, наверное, нужно сходить в какое-нибудь подземелье ветеранское. Хотя бы одно у нас есть. Доступен сейчас HNS для этого. Бабосики завезли. Ну, так-то их на самом деле немного. Какое-нибудь короткое подземелье ветеранское. Бывает шорт-медиум? Да, бывает. Дают станскил чанс на крузазера. Ну, так себе на самом деле. Да, вот сюда пойдем. И на этом на сегодня закончим. Сейчас последний забег. А, да. Нанять людей. Вообще, кого я хочу? Кого нам не хватает? Реально. Кого нам не хватает? Хаундмастеры хороши. Давайте из них одного выберем. Клептоманьяк. Чё-то мне он уже не нравится. Этот клептоманьяк не очень. Минус 5 точности. Да что с вами? Healing skill while camping. Полная фигня. Давайте клептоманьяка возьмем. У него хотя бы положительные квирки нормальные. На собачника. Плиз, в чат ваше пожелание. Кто хочет, собственно, забрать этого персонажа, пишите. Выберу кого-нибудь наибольшим рангом. Поехали. Желающих что-то, правда, в последнее время не особо много, так что... И конкуренция-то невысокая. А мы тем временем посмотрим на Грейвробершу. Minus 10% Death Blow Resist. Вот это не очень хорошо. Это прям, я бы сказал, плохо. Кэтмен говорит, готова записаться в отряд. Руксер В. Тоже, говорит, я. Билл Меллиан. Билл Меллиан. Билл Меллиан это...
пожелание записаться или как? Китаур говорит, стримов-то нет. А, все жить хотят. Котей говорит, я же уже пожелал. Ты чего? Ну, это было до того, как я сказал, на кого ролим. На кого, точнее говоря, пожелание свое высказываем. Так, ну ладно, давайте котейка, раз он высказался раньше. Будет у нас котейк. Окей, no problem. Так, сейчас следующего выберем. А, это, говорит, был мейл, у него яблоко упало на клавиатуру, поэтому у него там наклонная черта появилась в чат отправленная. Неплохо, но упало. Ну да, кстати, черта рядом с энтером, в принципе, на многих клавиатурах. Выглядит правдоподобно. И был CatMat еще, да? CatMat, ты готов, например, в виде... Нужен ли нам Man at Arms и нужен ли нам Grave Robber? Сколько у нас Grave Robber'ов? Два Grave Robber'а вроде бы, да? Я бы хотел бы, например, вот таких Bounty Hunter'ов бы найти еще. Ну, Man at Arms одного возьмем, пожалуй, да. Godfearing. О, minus 5 damage, melee skill. Да что с вами всеми? Чего, какие не очень... Чуть 500 рублей не отдал. А ты теперь можешь отдать все равно в качестве благодарности. Или в качестве просто жеста поддержки любимого стримера. Кто тебе мешает там? Жадность, наверное, мешает. Да. Она все время зараза. Давай, Грейв Робершу или Дедка с дубиной. У меня все время проблема с тем, что кого-то на предпоследних слотах сложно занять. Или на втором слоте. Дедка с дубиной или Грейв Робершу. Надо выбрать, кто из них мне полезней. Белорусский мастер Риона смотреть будешь? Нет, он аргентинский на самом деле, вы не правы. Белорусы лишь издатели, а разработчики из Аргентины. Какое-то адово сочетание, согласитесь, просто что-то с чем-то. Хоть шутку. Почему-то есть чувство, что нет. Ну ладно, давай, валяй, чего уж там. Ты еще не видел, Гриди Киридок, как у меня кот в первой дотке сделал килл, пробежавшись по клавиатуре? Подтверждение, что в дотке скилл не нужен. Вот. Самое лучшее подтверждение. Ну, давайте Грейв Робершу возьмем. Они неплохие. Это будет у нас CatMat. CatMat, тебя как назвать? Шевальер CatMat или просто CatMat? Вот так вот сойдет? Норм? Если надо что-то поправить, ты пиши в чат, в общем. Да, в Аргентине есть разработчики, чего вы хотели? Где их только нету? Ну, может быть, в каких-то совсем уж там африканских странах, таких Сомали каких-нибудь, наверное, нету. И поехали. Во-первых, сначала наберем команду, кто нас отправится на это приключение. Ну, во-первых, надо брать кого-нибудь... Типа Китауры. Улза Триггера. Ашинеса. И Юзерга. Нормальный расклад. Роберша хороша своими дотками? Да, дотка это хорошо. Апгрейдики теперь поехали. Всех апгрейдики есть. Нам нужны апгрейдики 4 уровня, потому что у них, наверное, уже должны быть, если не ошибаюсь. Займс говорит, я хочу в прогулку. Я уверен, но ты очень высокоуровневый, ты постоянно в прогулках был. Ты нагулялся на ближайший стрим точно. Будешь обязательно, но чуть позже, когда остальные твои уровни подкачаются. Но слишком круто для них, они говорят, эй, чувак, придержи, мы тебя не догоняем, не успеваем. Так.
Апгрейды на стоимость у нас недоступны. Можно, конечно, что-нибудь обменять, но мне в лом. Поэтому будем платить по полной. Ох. Все открыто. Damage modifier 15%. Блиды. Да, возьмем. Откройте дверь, говорит Мурзилка. Меня вылечили. Ведь так ведь? Ведь так? Нет. Ты не готов. Так, Замбис. О, не Замбис. Китаура. Похоже, они чем-то. Может быть, лицо сменить. Не, у Китауры такое пропитое лицо всегда было. Это норма. Bleed Skill Chance мне не нравится. Это возьмем. Мне хочется Damage Melee Skills. Где-то у нас такое было. Есть точность Melee Skills? Вот, Damage Melee Skills, Warriors Bracers. Пожалуйста. Крузадерские фишки, их там много вроде было. Да... У нас был damage melee skills как раз. То, что нужно. Минус стресс. Звучит-то неплохо, на самом деле. Минус стресс звучит неплохо, но все же. Это немного не то. Что еще? Плюс 10% дамага. Да, вот такого вот тупо. Тупо на дамаг. Здесь по стариночке. Побольше хила. Здесь новенькие барабанчики. На стресс от хил. И Bleed Skill Chance, наверное. Хотя посмотрим, что-то джестерское есть у нас. Джестерского вообще ничего нету. Не завезли. Прот. Ну, есть дэмэдж такой вот. Да, на блит, пожалуй, потому что у него блит там как раз-таки в большом количестве имеется. Есть блит-резист. Блит-резист нас не интересует. Что-то еще с более высоким блит-ченсом имеется. Нет, не имеется. Поехали. Дайс, дайс, говорит котейк. Дайс давит на жалость и батит на донат. Это ты долго думал, чтобы мне рассказать про это? Ты уже мог пару раз задонатить за это время. Куда ты смотришь? Доставай деньги, кидай в монитор. Куда идем? В маленький поход финальный, просто чтобы пробежаться ветеранской командой хотя бы один раз в короткий забег. Как мы выяснили, лопаты нафиг не нужны. Я вообще ни разу не встречал здесь никакой необходимости в лопатах. Поэтому такое чувство, что их брать не буду. И ключ. Вот так вот. Чисто лайтово. Даже лопат не берем. Если это ошибка, то пусть это будет ошибкой. Поехали. Один-две нужно брать всегда, говорит Катмат. Я тоже думаю, что надо. К нам нужно 100% бит в комнатах, поэтому мы идем сюда. Скиллы это правильные выбраны. Правильные. 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 Все как надо. Да блин! Задумался и пропустил. Ну ладно. Котей говорит, я уже за это время 10 раз 50 рублей монитор кинул, к сожалению, они отскакивают. Ахаха. Кстати, вот лопата. Лопата. Ахаха. Правда, смешно, а? Вот этим плохие ветеранские подземелья.
появляются очень неприятные ребята. Сколько у него стан резист? 95. А у нас шанс застанет 119. Шанс застанет слишком высок. У них, наоборот, стан резист слишком высок, хотел сказать. Бьем заднего тупо. Надо поменять местами вот этих двух персонажей. Почему Светлова утомал? О, я только хотел поменять. Пожалуйста, поменялись. Это было неприятно. Но что поделаешь. Можно, конечно, сделать вот так вот, серпом по яйцам. По-моему, это правильное решение. Опс. Продолжаем добивать заднего, это очень важно. Зараза чаржится просто с адовым дамагом. И мне это не нравится. Я хотел труп убить, но что-то ни того, ни другого не вышло. 9-8. Жесткий дамаг проходит, очень жесткий. Уже добейте. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. К сожалению, хиляться уже нечем. Так, это у нас на каких позициях? А, у нас, к сожалению, применить некому, да? Вон в чем дело. Bounty Hunter действительно нужен в этой пати, говорит Котейка, потому что Гладиолус. Неплохое объяснение. Что это за камень? Sacrificial Stone. Sacrificial Stone нам дает либо стресс, либо негативный квирк. Пуржит. То есть снимает. Либо позитивные квирки дает на Врэнс Эксплорер. То есть как бы 50 на 50, либо что-то хорошее, либо что-то плохое. Я не очень люблю такую неопределенность, вы знаете. И кому-то повезло, что тут пусто. Я походу проморгал ловушку. Чё ж ты так дайся? Сколько у нас бит впереди еще? Это была только первая же. Это вторая. О, норм. Главное, чтобы у них сейчас критов каких-то не было адских. А то бывает такое случается. Ну, вот застанили уже кого-то, окей. Что-то слишком жестко. Ни одного не убили. Прекрасно. Another abomination cleansed from our lands. Be gone, fiend. Живи! Живи!
вывелись, да здорово. Кританули. Нормально. Тащим. Можно, конечно, было прибить, но мы рискнем и немного захилимся. А, дикий рядок, да, отдыхай, выздоравливай. Все, битв больше нет в комнатах. Ну, мы пойдем дальше. Да-да-да. Мы пойдем дальше. 60%, 60%, 80%. Ни у кого нет нормального процента. Это становится немного опасным. Там сколько вообще еще впереди? Ну, я думаю, одну битву мы переживем. Надо же все-таки хоть какой-то лут отсюда забрать. Не зря же пришли. Согласитесь. О, пригодились у нас травки. И вот еда появилась. Видите как? Все хорошо на самом деле. Битв нет, а лут есть. Вот в рот мне ноги. Бежать? Может быть, бежать? Это босс, довольно неприятный. Это гонка по дамагу. Если мы вовремя не успеваем его раздамажить, то это конец. Как бы хочется рискнуть на самом деле. Вы знаете. Но просто у нас люди пробитые. Дамага особо много мы не выдадим. Все мне говорит о том, что нужно развернуться и свалить. Это не та тима, которая сможет его затащить. Ветераны нубы наткнулись на ветеранского шамблера. Чё-то как-то пахнет вайпом. Бегите, клубцы. Да. И прям вот чешутся руки его попробовать. Ну попробуй, типа, все норм будет, но 116 хитпоинтов. И это только у него. Он будет спавнить тентакли, которые нужно убивать срочно. Потому что если не убиваешь, они там ваншотают. Не. А что, нельзя? Лол! Замуровали демоны! Нет! Я жить хочу! Вы чё вообще? 3-3 раунда. Да, так лучше. Опс. Стан-резист большой. Дамажем. Надо было лечить всех на самом деле. А теперь их нужно убить срочно. Криточки. Мы же любим криточки. Так. Дождь. Дождь. Что? Как? Мне страшно. Реально страшно. Дайте сбежать. Пошли криты по 14. Жесть. Плевать на стресс. Выжить, выжить, выжить. Одного убили. А-а-а.
Хитпоинты. Хитпоинты. Почему вас так мало? Всех лечить или его? Его, у него прям дамага дофигища. Мы до него не дотягиваемся. У него плюс 100% дамага. Протекшн, и мы до него не дотягиваемся. Что за жесть? О, наконец-то нас отпустили отсюда, все. Наконец-то нам дали сбежать. Что-то реально было страшно, прям, знаете, я вот боялся, потеряю их. Это было близко. Какая вера в императора? Какого к черту императора? Средневековая фэнтезийная игра. Это вам не император, а человечество в космосе. Так, минус 50% move resist. С этим еще кое-как можно жить. Крит на мели скилл идет хорошо. А вот prone to stealing items — это плохо. Клептоманьяком быть — это не очень. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Немножко надежды. Ну что ж, на такой довольно напряженной ноте на сегодня я закончу. Мы не в очень большом количестве подземелий побывали, сегодня только в трех, но зато убили босса, и в целом, считайте, это небольшой такой стрим среди недели, расслабляющий. Подписывайтесь на ВКонтакте и Твиттер, ссылки на которые есть внизу в описании канала, и тогда будете в курсе анонсов следующих стримов. Также вы можете зайти в Дискорд, в чат интерактивный, вот, постоянный, где я регулярно присутствую, можно мне задавать вопросы, общаться с другими зрителями на любые темы, ссылка там же внизу в описании. Ну а вот смотрите на YouTube. Там все записи и предыдущих частей стрима «Подарки с данжена» и по другим играм. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. С вами был Дайс. До новых встреч. Пока.